Для местных домов культуры настали благоприятные времена. В Чувашии успешно работает общероссийский проект поддержки сельских клубов. На его реализацию в этом году направлено 34 миллиона рублей. Для жителей Поваркасы Цивильского района сельский дом культуры – любимое место досуга. Добротное здание – яркий образец советского модернизма, построенное еще в 60-х годах. С тех пор здесь проводился только косметический ремонт. В рамках федерального финансирования за короткий летний сезон преобразился внешний облик здания, отремонтирована кровля. Фойе, новые полы, потолки и стены. Во всем здании заменена электропроводка и система отопления. Культурный досуг, если мы не можем организовывать, они молодежь жить не будет, правильно? Поэтому надо, видимо, начинать вот с этого места, притягивать народ. Кружки, у нас работает самодеятельно, хорошем уровне. Кружки, дети занимаются, вот с ними будем заниматься, естественно, народ. Не буду бегать. Впереди реконструкция зрительного зала. Мест тут больше 150. Первые торжества в обновленном очаге культуры начнут проводить сразу после открытия, к декабрю. Местные жители не скрывают радости. По родному храму культуры они уже соскучились. Клуб очень нравится. Молодежь давно ждет, хочет, уже рвется прямо туда. Ну, кружки какие-то все равно есть, хочется собираться все вместе. Вот это сообща, что-то делать, творить, и концерты, и все такое. Дом культуры в Малых Кибечах архитектурно куда скромнее. Когда-то это была школьная мастерская. Основные работы здесь завершены. Надежная крыша и приличный фасад. Внутри современный, стильный, яркий интерьер. Ждут установки новые мягкие кресла и звуковое оборудование, которые прибудут буквально на днях. Весь ремонт обошелся почти в 6 миллионов рублей. Очаг культуры обязательно нужен. Как без этого? Люди-то все равно тянутся. Вроде сейчас интернет, телевидение есть, но люди, особенно старые, выходят, друг с друг другом общаются. Сейчас интересуются, когда, говорят, открытие будет, чтобы поскорее сюда прийти. Места хватило и клубу, и библиотеке. После капитального ремонта жители и гости села будут отмечать свои праздники и проводить мероприятия на удобной современной площадке. Новая жизнь здесь начнется уже в конце октября. Такая же яркая и насыщенная, как прежде. У нас работает кружок Кащиулах. Туда ходят предпенсионные жители села. Мы в этом кружке и поем, и у нас... Вяжем разные игрушки, разные цветы, разные платки. Проект «Местный дом культуры» рассчитан на 5 лет. Уже на сегодняшний день более трети сельских клубов в республике отвечают современным требованиям. В этом году в нашу республику более 33 миллионов направили средства федеральные, значит, власти, и более 4 миллионов направил наша республика. То есть итого более 38 миллионов мы направляем на реконструкции, на строительство, на ремонт сельских домов культуры. Рифат Фаткуллин, Арена Гавелян, Республика.